Чик, ребята, погромче. Как зовут тебя? Георгий. Еще раз. Гоша. Гоша. Гоша, он же Гога. Давай так. Сейчас я тебе вручу футболку, но ты, чтобы раскрепостить людей, которые сегодня пришли на новое радиодвиж, расскажешь, что стыдного с тобой произошло сегодняшним днем, окей? Есть такая история? Ну да, есть. Но только чтобы она была как бы в цензуре, не 18+, окей? Ну хорошо. Ну давай. Идет учитель. Все сразу поняли, да, сколько Гоше лет? Гоша, сколько тебе лет? 15. 15, вот отлично. На 5 лет ты меня младше. Так-так, идет учительница. И тут на меня налетает стая моих друзей. Стая моих друзей собак, судя по всему, да? Конечно, такие псины. Так, и чем все закончилось? Учитель начал нас разнимать, думая, что мы деремся. Они просто давно не видели меня. Все понятно. Вот такая история у Гоши. Давайте поаплодируем ему. И сразу же вручим, а может быть вручим, две футболки. Гоша, держи, с кем-нибудь поделишься. Надеюсь, с учительницей или с сестрой. Вы очень похожи. Гоша, отправляйся вниз. Желаю тебе сдать ЕГЭ на пятерке. Я просто честно клянусь, не знаю, что желают ребятам, которые учатся в школе сегодня. Господи, как много людей, какая красота!